В Березниках по личной инициативе депутата Государственной Думы Ирины Ивинских состоялся первый в крае очный обучающий курс «Женщина в политике». В нем приняли участие порядка 300 слушателей. Участниками стали женщины, главы и руководители муниципалитетов, депутаты, сторонники партии, руководители и участницы женских клубов, руководители местных СМИ и лидеры общественного мнения. Отмечу, проект «Женское движение» партии «Единая Россия» в Пермском крае активно развивается в этом году. Образовательные площадки женской политшколы пройдут во всех регионах края. Приехали спикеры, я благодарю высшую партийную школу, нашу федеральную. Приехали уникальные люди, которые действительно могут поговорить с нашими женщинами о том, что волнует их. Начиная с вопросов, например, элементарной коммуникации и как правильно это построить, заканчивая, как построить систему, в том числе и политическую, общественную систему, в целом на территории, которой занимается женщина. Я восхищаюсь нашими женщинами-лидерами, женщинами-политиками, женщины, которые смогли сделать себя и дома, и на работе, и при этом быть преданными нашей большой стране. Спасибо нашим лучшим женщинам Пермского края.